Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и сегодня на моем канале распаковка. Я не знаю вообще, была ли хоть раз распаковка на моем канале, но сегодня такой волшебный день, праздник. Впервые, мне кажется, на моем канале распаковка. Мне пришли вещи с интернет-магазина Shein, и сейчас мы вместе с вами будем открывать, смотреть, что там. Дело в том, что я не помню, что я заказывала. Да, я заказывала вещи с интернет-магазина, когда была в Грузии, то есть это было очень давно, уже месяца два, наверное, прошло. И мне вещи пришли раньше намного. Но потом я улетела, и мне хотелось снять распаковку, поэтому я затянула этот процесс. Поэтому сейчас как и для вас, так и для меня будет какой-то сюрприз. У меня есть ножницы. Не знаю, как делаются распаковки, но думаю, что так. Наконец-то я открою этот ящик Пандоры. Во-первых, что мне сразу нравится? Я открыла коробку, уйди, ты мне мешаешь. То, что каждая вещь упакована отдельно в такой мешочек. Так. Что у нас это такое? Слушайте, очень прикольно. А, я вам спиной показываю, извините. Очень прикольно, тут какой-то интересный пояс. Это, походу, вокруг шеи. Интересно. Я люблю такие вещи, мне нравятся вообще такие платьишки. И, кстати, не знаю, заметили вы или нет, я в последнее время очень часто ношу именно юбки или платья. То есть не шорты. Шорты я носила раньше больше, я не знаю, что со мной стало. Очень такое, знаете, неоткровенное, я бы так сказала, потому что тут все закрыто, никаких грудей. Обидно. Так. Вау, я такое обожаю! Ладно, вы, наверное, думаете, что я опять наигранным голосом что-то говорю. Меня это так бесит, потому что у меня просто такие эмоции. Так, офигеть. Это, короче, юбка. И здесь вот такой классный топик. Я очень такое люблю, правда. Я люблю такие вещи, тем более, что этот топик можно будет носить отдельно, даже с чем-то другим, не с этой юбкой. Идем дальше. А это что? Кстати, я еще заказывала купальники. Не уверена, что хочу вам показывать купальники на своем теле. Это будет слишком, по-моему. Это комбинезон. Он такой крутой, он такой легкий. Боже, боже мой. Это будет идеально. Это будет просто идеально. Очень классный. Мне очень нравится материал, то, что он такой легкий. И в этом не будет жарко, я думаю. Но это, конечно, я пойму только тогда, когда выйду в этом на улицу в жару 30. Но по моим ощущениям, это должно быть не очень жарко. Очень хочется, скорее всего, достать, посмотреть. Поэтому я тороплюсь. У меня, кстати, есть такие штаны подобные. Но они у меня порвались. И они, конечно, все-таки мои те другие были. А эти еще с кармашками. Мне нравится. Это такой стиль, знаете, сейчас, мне кажется, очень модно в таком ходить. Правда, не в жару, да, 30 градусов. Но вечером на прогулку и в рестораны. Скорее бы мой парень вернулся с дачи, и мы пошли в ресторан. Ура, обожаю рестораны. Я такое люблю, поэтому и заказал. Так, смотрим, это что у нас такое? Это маечка. Очень миленько, по-моему, да? Я люблю такие вещи с юбочками, с шортиками. Такой прям классный летний вариант. Причем для моего инстаграма, который я так стараюсь вести в одном стиле, с красивыми интересными фотографиями, с очень познавательным текстом. Кому интересно наблюдать за моей жизнью, за тем, как прошел мой день, что я покушал, куда я сходил, мой инстаграм это просто... Персик, просто кайф. Я уже хочу все это носить. Меня так бесит, что я так долго доходила до этого видео снять распаковку, потому что я бы могла уже это все носить и фоткаться в этом. Так, здесь что-то необычное, расцветка меня немножко пугает. Матерь Божья. Я очень рада, что у меня много всяких таких миленьких, прикольных вещичек, потому что скоро, 14 июля, я улетаю вместе с Кариной в Болгарию, и там мы будем каждый день ходить, как подружки, фоткаться, снимать видосики, и это просто очень классно. Мне нравится. Миленько. По-моему, прикольная. Слушайте, очень такая легенькая. Это так, чисто чтоб плечи не сгорели. Знаете, вот почему-то я, когда смотрю вот так, я переживаю, потому что мне кажется, что мне это не понравится, потому что как-то странно выглядит. Но как только я раскрываю, эмоции берут вверх. Надеюсь, она будет мне по размеру, но если что, есть всегда ремень, сумка, еще что-нибудь. И вот такая вот курточка. Надо мерить, нужно смотреть, поэтому иногда я думаю, господи, мы такие все помешанные на всех этих инстаграмах, на всех этих лайках. Боже мой, что поделаешь? Жизнь такая, работа такая, ребят. Ну, лучше так, чем валяться на диване, поэтому... Так, какое-то платье очень милое. Слушайте, необычно, я хочу все это померить. Меня волнует только вырез, насколько он большой, и, конечно, нужно мерить и смотреть, как это будет на мне все выглядеть, но вот тут сбоку вы видите уже, как на мне это сидит, надеюсь, что бомбезно. Но пока не померяю, точно сказать не могу. Я заказала мало вещей, но... И коробка такая, знаете, не тяжелая и небольшая прям-таки... А я все достаю и достаю. Так, что
это у нас тут такое? О, боже! Что это за кайф? Ёшки-матрёшки. Ну-ка, расскажи, как тебя? Тут дырочка есть какой-то? Да, есть, все, я нашла, ребята, все в порядке. Слушайте, мне нравится. Я обожаю вещи. Мне нравится, что здесь такие пышные рукава. Так, это у нас опять какой-то такой наборчик. Вот такой топик. Вы знаете, я люблю такие вещи, у меня в принципе много таких вещей. И я считаю, что это очень мило, удобно. А, о, это набор с штанами спортивными. То есть у нас идут штаны, а сверху вот этот вот классный топик. Все это сейчас вам покажу на себе. Цвет очень приятный. Мне нравится. Это платье с крылышками на спине. Я сумасшедшая просто. Смотрим дальше. Вообще, конечно, я бы хотела снимать такое видео в более летней атмосфере, но как могу, ребят, пока как могу. Хотя не знаю, почему я не сняла это видео на даче. Глупышка, наверное. Так, что это? Это тоже платьице. Цвет не мой любимый, да, не первый как бы в моих любимых, но для лета я думаю, что это классно, тем более, когда я смотрела в интернете, выглядело очень прикольно на модели, я думаю, что мне это тоже подойдет. Такой прям супер дачный, прикольный вариант. Да даже летом как бы в Москве в парке погулять, я думаю, прикольно. Единственное, что сюда, конечно, нужно обязательно какие-то аксессуары и всякое такое. Шарю, понял? Что у нас здесь? Мне так нравится, как все упаковано. Конечно, мне потом все это разгребать, но мне нравится. Потому что каждая вещь в отдельном пакетике. И эти пакетики я не буду выкидывать, я их буду использовать и дальше. Так что очень удобно, очень мне нравится. Смотрите, вот еще такой топик. Похож, точнее майка, похожа на одну, которую я вам показывала. Я думаю, вы вспомнили, какая. Но она немножко другая. И здесь можно завязать и... И будет очень стильно. Я вообще обожаю такие майки, реально. Я в них готова гонять каждый день. Блин, я уже вижу, сколько много у меня разных классных фоток будет. А, это не просто юбка. Вы посмотрите, тут есть такие лямочки. Тут внутри есть пуговица, за которую я буду зацеплять. Это шорты. Просто черные шорты. Они всегда тоже должны быть. Причем... Да, это шорты. Очень сложная технология. Я ничего не понимаю. Это юбка, которая сделана под шорты. Спереди это юбка, сзади это шорты. Такая накидочка. Ну это вообще... Ну вообще... Это на пляж прям бомба, мне так кажется. В общем, такая накидочка, очень приятная, легкая. Это купальник. Есть у меня большие сомнения по поводу этого топика. В целом прикольно. Это даже не платье, это комбинезон. И он просто офигенный. Здесь шортики. Вот так вот. Завязочки, и я тут такая буду, привет, посмотри, какая модная, спина у нас будет голая, такая открытая. Слушайте, честно, я не такая помешанная на вещах, просто из-за того, что мне нужно каждый раз менять луки, фотографии в новых вещах делать, для меня это большая радость, потому что я уже вижу, какие красивые фотографии я в этом сделала. Первое, о чем я думаю, когда я покупаю какую-то вещь, либо беру в шоуруме, там, по бартеру, неважно, первое, о чем я думаю, это какие классные фотки в этом получатся, а не о том, как хорошо я буду в этом смотреться на улице. Вот это... маразм. Еще одна юбка. Очень много увидела на сайте таких юбок, причем вот эти были просто, наверное, там расцветок 20 было, разных клеточек, полосочек, что хочешь вообще. Очень тоже здорово, прям даже хочется осень, теплую осень. Так, что это у меня здесь такое, что-то большое бежевое, я волнуюсь. Слушайте, я правда очень рада, потому что я так волновалась, что мне не очень понравятся вещи по качеству, но то, что я сейчас смотрю, мне очень нравится. Вы можете не смотреть на мой низ, потому что я не планировала его вам показывать в видео. Это чисто, чтобы по дому удобно было ходить. Под костюм даже, под джинсы, под топик. Ох, самое неприятное после съемок таких видео, что потом нужно столько вещей складывать. Понимаете, в чем проблема? Я уже столько всего показала, а вещи все еще не заканчиваются. Какая глубокая коробка. Матерь Божья. Я даже не знаю, как вам это показать. Это такое платье. Но вниз можно, например, шорт джинсовый надеть, и будет прикольно, мне кажется. У-у-у, какая няшность! Здесь есть рукава, то есть это все будет на плечах. Классно, это очень классно. Еще одна накидочка. Это тоже будет просто бомбезно под шорты джинсовые. У меня все под джинсовые шорты будет бомбезно. Смотрите, вот так берем, затягиваем.
и все бомбить, запомнил. Две недели в Болгарии, я знаю, что я буду делать. Я возьму все эти вещи и буду в них там каждый день фоткаться. Смотрим дальше. Боже, их так много. Я не вижу дна коробки. Это комбинезон, ребят. А на спине у нас вот такие завязки. Вообще, я очень рада, что у меня будет так много вещей классных летних, потому что очень трудно найти магазин, в котором ты найдешь сразу очень много классных летних вещей и разных вариантов в разной расцветке и при этом не за большую цену. Поэтому всем безумно рекомендую. И, кстати, все вещи, которые вы сейчас видите в этом видео, я оставлю в описании их артикул. То есть вы сможете зайти и посмотреть, сколько стоит эта вещь, в каких размерах, расцветках есть эта вещь. И, возможно, даже то, что вам понравится, заказать себе. Следующее, что я вам покажу, это взрыв мозга. Я пока не уверена, что это подойдет мне. Хотя выглядит прикольно, но я переживаю, что это будет либо мне велико, потому что выглядит это слишком большим на меня. Пока не знаю, да? Так, вот еще комбинезон. Ура, мы приближаемся к финалу. Купальник. Вот эти цветочки, наверное, должны немножко прикрывать мои груди. Но выглядит это необычно. Тут что-то блестящее. И, о боже, я помню, что это. Это опасно, и под низ нужно надевать какой-то лифчик. Но какой? Нет, я знаю, у меня есть подходящие бюстгальтеры под это все дело. Да даже обычный черный, если надеть, гладкий такой, знаете. Я думаю, что будет хорошо. В общем, блестки — это бомба. Все, я пошла в клуб, девчонки! Необычно, честно, необычно. Давно хотела что-то подобное, и вот это у меня появилось. Это боди. По-моему, это кофта должна быть. Да, так и есть. Слушайте, я рискнула, подумала, нужно мне взять какие-то теплые вещи, хотя бы одну. Поэтому я взяла вот такую кофту, но мне кажется, прикольно. Она такая плюшевая, просто безумно мягкая. Вот все, что у нас осталось, и это купальник. И я очень надеюсь, что хотя бы два купальника мне подойдут из того, что я вам сегодня показала. Купальник у нас, значит, такой, в размере M. Я переживаю, мне кажется, что это будет мне очень велико. Они с завышенной талией, получается. И вот такой вот верх. Что ж, ребят, я показала вам все. Не знаю, если вам понравилось это видео, то поставьте пальцы вверх. Надеюсь, что вам было интересно такое смотреть. И мне кажется, это реально была первая распаковка в моей жизни. Тем более, что я действительно уже забыла, что я заказывала, поэтому мне вдвойне было интересно смотреть эти вещи, показывать их вам. Я уверена, что вы у меня в инстаграме уже что-то увидели из того, что я вам показала. Если не увидели, то скоро увидите, потому что хочу в этом всем сделать фотки. Если вам не сложно, пожалуйста, подпишитесь, я уверена, что вам это хуже не будет. Тем более я очень стараюсь делать качественные видео. Надеюсь, что это было качественное видео, но мне кажется, это интересно. Я, в принципе, люблю смотреть распаковки, тем более, что я заморочилась и все это мерила. В общем, надеюсь, что вы это оценили. И если вам понравилось, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, который я так стараюсь веду, и вообще мне будет очень приятно. Я очень благодарна вам всем за активность. В общем, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!